Фух. Все, выехали на трассу. Теперь топим на набережную Судака. Пыль столбом. Подключим турбо. Да, вот эта дорога. Новый асфальт положили. Красота. Красота, ляпота! Только ветер! Все тут капец. Песня по сравнению с тем, как было здесь, убитая вся, а сейчас по ровному асфальту новому. Вот собака, ветер.
Но нам все равно, мы на турбо переключился. Сюда прямо, пляж Меганом, налево 300 метров. Мигает. Красота! Сделали теперь односторонняя, ну, в смысле две полосы, а тоже дорога была шире. Блин, опять с перекидкой. Периодически сбивается, надо настраивать, блин. Да, тут этот комплекс такой здоровезный, земли столько у них, тут пипец. Таврида арт. 7 лет хапали себе тут немерено. Я на этот Тавриде Арт был 5 лет назад. Парковка, он нифига себе. Капец, ветруганище. А тут они за эти 5 лет столько построили. Всякие здания, парковки, морковки. Что только нету. И там везде копают, меняют трубы всякие, ливневки он. Ну асфальт здесь везде, блин, новый, да. Ого, и тут что-то построили, нифига себе. Обалдеть. Это ихняя, что ли? Ха. Ты что, комплекс такой. Походу тоже ихний комплекс. Да. Ну да, вот же ихняя территория. Обалдеть. Обалдеть. Территории тут у них капец сколько.
куда он дорога куда-то ведет. И тут тоже забрали себе всю землю. Обалдеть! Ложат и ложат, перекладывают. Да, асфальт новый постелили. А, сделали тротуар, что ли? Нифига себе. Походу, это тротуарная дорожка, что ли. Непонятно, вот это с левой стороны. Что это? Непонятно. Это что за пешеходы? И тут парковка. Офигеть. Короче, у них тут территории просто завались сколько. Понятно, что это с левой стороны. Тротуарная или чего, тоже парковочка. Да? Ты что, тут столько мест, блин. Дороги столько настроили. Капец. Что там у нас? Не пойму. Стоит на месте. Сейчас тише сделаем, послушаем что-то. Какие-то звуки странные. Да. Масштабы, конечно, здесь грандиозные. Нифига себе. Ну да, даже такая непонятно для чего она сделана. Даже вон бордюр же стоит. Походу пешеходная зона.
Нифига себе. Так еще такая широкая. Или что это? Или там типа будут какие-то ездить машины, типа запускать с какой-то стороны, стой. Сначала. Непонятно, что это такое. Разделение. Вот тут этот такой раз. Может даже, да, типа как пешеходная для этих всяких велосипедистов там, на всяких там самокатах будут кататься. Он столбы какие-то будут ставить. Непонятно. Так, а я хотел заехать сюда, на этих человейников. Как нам попасть на человейников? Никак. Только здесь налево. Чуть по асфальту уже поедем. Просто хотел катнуть горной дорогой. Да не, лучше, да, ну в баню. Поехали, так лучше. Да, жара. Там просто есть тропа такая вдоль этой горы, чтоб не ехать по асфальту. Ладно уже. Сейчас посмотрим, тут был спуск налево, есть он или там что-то строили, или он кто-то тащит велик, или что он то тащит. Не вижу. Ага, велики тащат. Тяжко, тяжко. Конечно, тяжко. Подъем, блин, такой. Спуск, да, вот он здесь был. Так, а ну-ка сейчас посмотрим, есть ли он здесь. Что тут? Я тут спускался в судак. Должен быть. Ну да, вот он здесь. О, доехали до судака. О, почти 6 уже. Ничего себе. Так, поехали. Юху! А что ж, они тут строили. И чё построили? А вон что-то за забор зеленый загорожено. И что там такое, интересно? Что-то непонятное, да? Так, а нам сюда, да? Ну да. А нам сюда. Нам сюда вот. Что-то они тут построили, а что? Какие-то вышки. Непонятно что. Ну, дорога осталась, да. Прежней. Ничего не поменялось.
а дорога осталась прежней. Какая-то гостишка. Гостишка, мастишка. Так, а нам через дебри сюда надо. А тут что-то лужи везде. Проедем мы здесь по лужам этим. Поедем. Это мы сейчас выезжаем на набережную Судака. Что тут есть? Проехать как? Вот сюда вот. Нырнуть можно. Ой, и потом сюда вот. Во. Опа. Напитки всякие. Сейчас где-то взять надо мороженое. О, и здесь. Разные рожки взять. Давайте сейчас поел, ладно. Шашлыки, машлыки. Народу полно. 4 июля. Голоса небес. Да, ведь такие прокатились у вас.
О, постоим здесь. Тут народу тоже так нормально загорает. Вот, смотри. Сейчас встанем, посмотрим здесь. Можно прокатиться по всей набережной. Вот так народ есть, да. И здесь тоже. Thank you.
банан на сколько мест? Что-то там мест дофига. Мест, не знаю сколько, 50. Ух ты, трещит что-то там у меня. Тут можно даже на ЕМТБ. Сейчас до конца набережной прокатимся. Красота, ляпота. Прокатимся до Генуэзской крепости. Да, народу так нормально. Кстати, сегодня будний день. Будний день, народу нормально. Одно деление пропало у нас уже. Одно деление пропало. Мы сейчас тут до конца сюда доедем. Вот теплоход стоит. До конца сейчас доедем и посмотрим. Должно хватить нам в любом случае. А сколько мы проехали уже? 17. 17 км. Проехали. Ох, ветерочек здесь хорошо. У подножия Генуэзской крепости мы находимся. Все, сейчас разворачиваемся. А хотя давайте до конца уже доедем, посмотрим. Тойота здоровенная. Или у них тут шлагбаум и закрыто? Не, открыто. Сабдоскаун стоит. Всякие лодочки, доски хорошие, большие, каяки всякие, лодочки, станции всякие. Тут моют, тут красят,
Тут фонтанчик. Здесь песчаный пляж. Людей здесь нету. Все там. В основном. Но оно раз на раз не приходится. Когда здесь люди есть, когда там. Феррари судак. Катамараны. Феррари. Да, видочек отсюда. Так, ну чё, поехали. Сколько у нас там? О, чайки какие большие. Нифига себе. В 18:13 уже надо выезжать. Надо уже выезжать. Едем на выезд. Нам надо на заправку заехать, попить кофейка. Ух ты, ух ты. Нам же через набережную надо ехать. Через кипарисовую аллею. Тетя. Не боись, тетя. Всего лишь проехал 17 км, жопа болит. Ладно, поехали на выезд. Что у нас тут стоит? ЕМТБ. Сейчас еще надо выехать по этой кипарисовой аллее. Ходят тут всякие мутанты, орангутаны.
Дети. Осторожно, дети. Тети Моти. О, тут сразу таки не проедешь. Собралась очередь. Все, выезжаем. Thank you.
выехали из Судакова. Направляемся на заправочку пить кофе. Я там пацана на велосипеде по тротуару. Их догонишь, хлопец. Мы на кнопке турбо. Е-е-е-е. Хорошо. Так, это нам 35 км где-то, да? Так хватит. Что там? Я думаю, должно хватить 100%. Ох и дорога. И чё он? Налево? Наверное. Обогнал меня. Горы, горы, горы зовут. Все, сейчас заправка виднеется. Хот-доги виднеются. Так, а нам надо левее держаться. И нам сюда вот надо ехать. Заправочку нам надо заехать. Фу. Жаришка такая. Капец. О. Так, а время у нас 7:30, нормально. Выезжаем из Судака и направляемся в Коктебель. Время уже 7:00.
попили кофейка. Да что такое? Навернули хот-дог. Зарядились. Ну и мчим дальше. Четыре деления. Проехали 25 км. Сегодня будет где-то километров, наверное, 55. 100%. Как бы не 60. С Меганома получается до набережной Судака там километра 3 или 4, что ли. Если не 5. Как снова света в судах, типа как мы ездим, когда я в Новый Свет приезжаю, вот снова света, когда в судах еду, типа, наверное, так же самое, как и с Меганома по расстоянию, только плюс я еще поднимался в горку, сколько там, 3 километра или сколько, 5-7 километров где-то. Ну, чуть дальше, чем от Нового Света в Судак. Держаться. Звезда. Звезда далекая. Ох ты. Пошла убитая дорога. А там в солнечной, от солнечной долины до Меганома там с дорогу сделали новую, вообще там песня. А здесь побитая вся, блин. Ну ладно, чё, а чё сделаешь?
должны за час доехать в Коктебель. Одиннадцать тысяч уже на спидометре. Ветерок присутствует. Да ты заморила щелкать. Кстати, мне колесо сделали почти. Ну, 29-е, которые колеса у меня здесь стояли. Якобы родные. Там у меня аж полетела втулка. На втулке было наезжено 10 тысяч. Вот. Я купил новую втулку, поставили уже ее. Спицы, все это. Только теперь надо там ободную ленту. Ну, поставить. Короче, без камерку сделать. Та, которая лента там была, ее сняли, когда спицы ставили. А вот, а надо теперь новую ленту. Теперь поставят ленту новую, заклеят обод, герметика туда бахнуть. И можно кататься на 29-х. Сейчас будет скоро серпантин, горный серпантин после солнечной долины там.